Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас тревожит? Не знаю. А о чем бы вы хотели сегодня поговорить? О маме. Хорошо. Давайте немного картинок. Что вы здесь видите? Девушка. А что она делает? Страдает. А что видите здесь? Ноги. Скажите, а вы близки с мамой? Нет, не близка. Она тиран. Она хочет, чтобы я делала то, что хочет она, а не то, что хочу я. А чего хотите вы? Я не знаю. А чего хочет она? Чтобы я в школу ходила, посуду мыла, полы подметала. А кто сейчас все это делает? В школу я хожу. А остальное? Мама. За собой или за всеми? За всеми, конечно. А кто, блин, это должен делать? Я что, просила меня рожать? Почему я должна что-то вообще делать? Вообще, что у вас за тупые картинки? Вопросы? Вы вообще на чьей стороне? Я ухожу.